вечер, уважаемые друзья! Телеканал «Радуга 3» начинает очередной выпуск спортивной программы «Игра». Спустя несколько недель мы снова обращаем свой взор на чемпионат Сергиевского района по мини-футболу. Районные мини-футбольные баталии, второй этап, финальный этап. Юность против Черновского импульса. Вот наиболее интересные фрагменты данного противостояния. Мы с вами будем смотреть в течение ближайших 10 минут. Итак, 21 февраля состоялась эта встреча под куполом Суходольского спортивного комплекса «Олимп». Футболисты из Черновки вышли на площадку в желтых цветах, желтые майки и владение голкипера Александра Рыжова в первом тайме. Справа по телевизионной картинке футболисты юности. Сине-белые футболки, новые футболки у этого коллектива, у новичка чемпионата Сергиевского района. И Андрей Бердников сегодня защищает ворота юности. Это первая игра для молодого голкипера не только за юность, но и вообще в чемпионате Сергиевского района. Так что вот так вот начинается эта самая финальная часть чемпионата. Команда «Юность», в частности, несколько обновилась, но об этом мы с вами поговорим попозже, потому что на исходе первой минуты Мурсалим Кинжибаев вот так вот великолепно после передачи партнера направил мяч точно в цель. И футболисты из Черновки, футболисты «Импульса» повели со счетом 1-0. Удар был вроде бы не сильный, но для молодого голкипера он оказался неразрешимой проблемой. Итак, Черновка впереди, 1-0. Футболисты «Импульса» много атакуют. Мы уже привыкли видеть их постоянно в атаке. Мы знаем, что «Импульс» никого не боится. Мы знаем, что «Импульс» готов бороться до последнего. И головы практически эти футболисты никогда не опускают. Так что, собственно, для юности это очень крепкий орешек. Ну и на первом этапе футболисты «Импульса» одержали уверенную победу, но с другой стороны мы знаем, что юность может преподнести сюрприз, потому что именно юность остановила у нас энергию, то есть юность набрала первое очко в матче с действующим чемпионом, сыграла 2-2 с энергией, так что вот такая вот была громкая сенсация. Правда, «Импульс» не лыком шит. Футболисты из Черновки также сыграли в ничью с энергией. Так что можно сказать, команды на равных. Но только не сейчас, потому что Мурсалим Кинжибаев говорит: ребята, вы играете на 0-0, а я уже второй мяч забиваю. 2-0 футболисты «Импульса» на старте этого матча ведут в счете. Ну и Евгений Шляпников, новый футболист, новичок юности, наблюдает за тем, как мяч в третий раз оказывается в сетке ворот сине-белых. «Импульс» уходит в отрыв. Александр Рыжов, можно сказать, на расслабоне, если так можно было выразиться, в стартовые минуты, потому что юность никаких задач перед ним не ставила. Но вот так вот получилось, что Олег Ешанов после того, как счет стал 0-3, отменно пробил со стандартного положения. 12-й номер, Олег Ешанов, и счет становится 3-1. И все так просто в этом матче. Не нужно хоронить было юность раньше времени. Кирилл Чищихин уходит от опекуна, от соперника. И наконец-то снова забивает. Мы знаем, что у него была великолепная голевая серия у этого 7-го номера. Ну и вот сейчас на повторе мы видим, как он пробил великолепно мимо Александра Рыжова и сократил уже до минимума было преимущество юности. Но тут футболисты «Импульса» сделали результат 4-2 незадолго до свистка на перерыв. Так что футболисты в желтых майках могут сейчас вздохнуть спокойно. Тем более атаку они массированную провели на владение Андрея Бердникова. Не забили, голкипер сыграл великолепно. Но сейчас плюс 2 выигрывают футболисты «Импульса». И Александр Яковлев мог забить 5-й мяч. Но здесь Бердников сыграл великолепно. Сразу же мы переходим к рассказу о наиболее интересных фрагментах тайма второго. Напомним, что после первой половины 4-2 выигрывали футболисты «Импульса». И замена голкипера — Влад Абрамов. Молодой вратарь встал в рамку у черновского коллектива. Александр Рыжов уступил место, как говорится, будущему
черновского футбола. Ну и давайте смотреть, какое же это самое будущее у импульса. Светлое, ну а может быть еще оттачивать мастерство придется. Нет, нет, великолепно играет Влад Абрамов. Он отразил опаснейший выстрел игрока юности. Счет остался прежним. 4-2. Забегая вперед, скажем, что во втором тайме будет много забитых мячей. Ну а началась голевая феерия вот с такого вот неожиданного выстрела в исполнении Андрея Бердникова. Первый матч в чемпионатах района. Несколько сейвов в первом тайме совершил. И вот здесь вот на повторе мы с вами еще раз наблюдаем, как пробил он Влада Абрамова. Наверное, конечно, обидно молодому голкиперу пропускать такой вот мяч. Влад Абрамов также первый свой матч проводит в чемпионатах района вообще. Ну и вот, ну так вот получилось, что здесь можно сказать. Андрей Бердников тем временем спасает команду после удара опаснейшего, а вот после неопасного удара Мурсалима Кинжибаева. Мурсалим Кинжибаев снова напомнил о себе. Счет становится уже 5-3. До минимума было, снова сокращали отставание футболисты юности, но Кирилл Григорьев 6-3 делает. И вот здесь уже на экваторе второго тайма могут вздохнуть с облегчением футболисты черновского импульса, потому что эти самые 3 очка от них уже наверняка никуда не уйдут. Здесь Александр Яковлев, удар в девятку, 7-3. Андрей Бердников, если мы посмотрим на повторе, сейчас сыграл, ну, я бы так сказал, что Денис Павлов здесь, например, сыграл бы в разы лучше. Ну, что мы, собственно, хотим от молодого голкипера? Это был первый его матч. Яковлев пробивал в ближний угол, неудачно. Ну, а здесь Ешанов от партнера. Евгений Шляпников, это не Евгений Шляпников. Футболисты юности мяч потеряли. И атака в исполнении синих. Но здесь Влад Абрамов играет великолепно. Удар в упор он отразил. И несмотря на то, что вратарь пропустил, все-таки, ну да, на его совести, конечно, тот пропущенный мяч. Ну а сейчас, кстати, мы пропустили вот этот самый эпизод. Павел Аксенов забивает. Счет становится 6-4. 7-4, прошу прощения. И вот 7-5 Евгений Шляпников. Евгений Шляпников, вот на повторе еще этот самый момент. Сыграл великолепно новичок команды. Ну и здесь футболисты черновского импульса уже на финише этого матча разразились целым обилием забитых мячей. Давайте смотреть. Еще один гол в исполнении игроков из Черновки. Ну и здесь уже говорить о какой-то интриге не приходится. Понятное дело, что Черновка выиграла. Понятное дело, что футболисты импульса будут сражаться за ту самую путевку в финальную часть, потому что одна команда из второго дивизиона выходит в элитный самый дивизион. Мурсалим Кинжибаев снова забивает. Забегая вперед, скажем, что Мурсалим Кинжибаев забил 5 мячей в этом матче. Но это Дмитрий Карасев. И Дмитрий Карасев отправляет в сетку еще один мяч. И на этом, друзья, финальный свисток. 11-5. Футболисты черновского импульса одержали победу. Дмитрий Карасев, который только что отметился великолепным взятием ворот. И на этом этот матч у нас закончен. Футболисты юности, естественно, расстроены. Ну что ж, Андрей Бердников сыграл великолепно. Началось для него, конечно, все не так здорово. Он пропустил в самом начале от Мурсалима Кинжибаева, причем даже пропустил дважды, но затем футболисты юности практически выровняли ситуацию. Кирилл Чищихин на расстоянии вытянутой руки была юность, но не получилось у них в итоге зацепиться. Ну и Андрей Бердников вот такой мяч забил. Красавец мяч. В итоге победа импульса. И на этом все у нас, друзья.